Культурный митинг проходит в центре Афин. Почти 5000 человек собрались, чтобы оспорить новые меры жесткой экономии в Греции. Их одобрило правительство страны и ее европейские кредиторы. Демонстрацию организовал Всерабочий боевой фронт. Это организация, связанная с коммунистической партией. Митинг начался на площади Амония и завершился перед зданием парламента на площади Синтагма. Все прошло относительно мирно, но некоторые греки с трудом уже сдерживают эмоции. Δηλώνουμε και θέλουμε βροντά φωνάξουμε απέναντι στα μέτρα της κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σήμερα περνάει ένα νέο πακέτο μέτρων. Καλούμε την εργατική τάξη και το λαό σύσσωμα να δείξει το δικό του δρόμο για τη δικιά του ανάγκη, για τις δικές του... В понедельник Греция и Евросоюз решили возобновить переговоры о новых реформах в налоговой системе страны, пенсионном обеспечении и трудовом законодательстве. Греция зависит от международных фондов срочной помощи уже давно. В обмен на кредиты она должна перестроить свою экономику. В последнее время, кстати, она демонстрирует медленное восстановление. За год рост составил 0,3%. Уровень безработицы в стране по итогам прошлого года составил 23%. Это на 0,2% меньше показателя 2015 года.